Эй, всем приветики! С вами снова Алексей Загребельный. Вы находитесь на моем канале. И вот что было в моей теплице. А вот что стало после тотальной прополки. Найдите 10 отличий, как говорится. Весомая часть прополки ушла на уже созданные те самые 4 вабикусы. Я их подселил к имеющимся растениям. Ко мне в гости заезжал Антон Ятусевич, мы обменялись коллекциями аквариумных растений, часть прополки ушла и туда. Антон привез мне еще и буцефаландру, и вот тут еще целая прополка длинностебелек, и тут еще криптуха, вон смотрите какая ядреная. Надо будет ее переводить на эмерс, это все в аквариумной форме растения, буду высаживать. Вот. Так что здесь, скорее всего, из-за экономии места рассажу в один горшок по, скорее всего, наверное, по 2 растения. То есть уплотню посадку. Вот, что-то придется выпалить и выкинуть. Ну, что поделать. Главное, чтобы вот в это растение. У меня просто нет возможности создать вторую тепличку. В ней пока что флорариум. И пока я не запущу сад в бутылке, часть растений некуда просто деть. Так что есть чем заняться в ближайшую ночь, а может даже целых 2. Буду высаживать, рассаживать, пропалывать, уплотнять, переводить на эмерс. И, в общем, короче, будет веселье. Вот, ну, с вами я прощаюсь. До новых встреч на канале. Всем пока!